Привет, привет всем любителям математики. Сейчас я хочу с вами посоветоваться. Важнейшая вещь. Я вам предлагаю потрясающую задачу. Посмотрите условия, а потом я спрошу вашего совета. Итак, вот здесь угол 60 градусов, вот здесь 45. Эти два отрезка сходятся в одной точке. Это все одна прямая. Найти угол x, если вот этот отрезочек в два раза меньше вот этого. Думайте, соображайте, решайте. А я хочу с вами посоветоваться, пока вы думаете. Вот сейчас у нас возник разговор. Лишать оператора удовольствия от решения этой задачи. Она ее еще не видела. Я ее решил недавно. Остановить видео и все. Или пишем, как вы думаете? Ну ладно, пока вы думаете, пишите в комментариях, продолжать или нет, обсудим. История этой задачи такая. Значит, прислал ее Анатолий Топал из Молдовы. Он уже много задач прислал. И эту задачу удалось решить. Я несколько дней над ней думал. Она никак не получалась. И вот у меня есть такая привычка. Если задача долго не получается, я ее бросаю. Вспоминаю об этом и бросаю ее своим восьмиклассникам, например, или десятиклассникам, ну, смотря у кого веду. Вот у восьмых классов была самостоятельная по алгебре. И смотрю, многие с ней справились, и вроде надо чем-то занять минут 15 от урока. Ребят, кто раньше всех закончил, я говорю, ребята, вот есть задача, напишите дополнительно и поломайте голову. Удивительная вещь, что-то такое происходит. Что если я даю задачу ученикам, что-то в голове переключается. Буквально вечером я повел младшего на футбол, пока он там бегал. А мы, родители, тут сидим, ожидаем. Я достал листочек, думаю, повожусь. И решил. Решил, прихожу на урок на следующий день, 8 класс, спрашиваю, кто-нибудь решил? Нет. Ну, там были версии, но ошибочные. Я говорю, а я решил. Вот удивительно, такая штука. Причем специально себя не подгоняю. Надо обязательно решить вперед, ребят. Вот какое-то переключение. Как вы думаете, с чем это связано? Пишите, поехали! Нет ли у вас такого же свойства работы головы? Ну, давайте обсудим. Есть такая идея. Вот этот отрезочек равен половине этого. Стало быть, если мы вот от этой точки возьмем серединку, это будет как раз отрезок А. Согласны? Вот этот отрезочек и этот. Точно такой же, это А. Видим угол 60 градусов, и очень хочется провести вот здесь тоже такой же отрезок А. Сделаем это. Вот отрезок А. Эти все три отрезка равны. Внимание! Что же это за треугольник получится? Тот, кто уже в каком-нибудь восьмом классе, прекрасно знает, или в седьмом. А? Прямоугольный, да, оператор говорит? А, равносторонний. Оператор еще не видит того треугольника, который я увидел. А я вот про этот говорю. Видишь? Вот этот треугольник прямоугольный, потому что его медиана равна половине третьей стороны. Это треугольник прямоугольный. Но если ты этого не знаешь, можно вот как это доказать. Этот уголок сколько? 60. Этот уголок 60, ну и этот стало быть 60. Это равносторонний треугольник маленький. А вот этот справа треугольник какой? Равнобедренный. У него две стороны равны. А вот этот угол сколько равен? 120. Значит, на эти два остается 60. Ну или проще, вот внешний угол, он равен сумме двух других. А они одинаковые. Они одинаковые, 45 большой. А эти два в сумме 60 дают. Значит, каждый из них по 30. Улавливаешь? Эти уголочки по 30. Это 30. Ну и поэтому вот здесь угол прямой. Понятно? Теперь дальше. Смотрите, какая штука. Вы когда приступили к решению задачи, наверное, сразу поняли, что здесь угол 15 градусов. Этот угол внешний для вот этого узенького большого треугольника. У него один угол 45, сюда остается 15 градусов. Ну или можете по-другому. 120 плюс 45, и это вычесть 180. 15 градусов. Здесь было 45, 30 отсекли. Сколько? 15.
Ух ты! Значит, вот этот узкий треугольник какой? Равнобедренный. Вот эта сторона равна этой. Раз, два. Раз, два. Ёлки-палки! Ребята, смотрите, какая сейчас будет штука. Вот этот отрезок А, а вот этот весь 2А. Значит, вот этот кусочек сколько? А. И он равный. Кто уже увидел, что задача решена? Ну, красота ведь, а? Нет еще? Не все? Смотрите, соединяю. Соединяю угол Х и вот эту нашу точечку. Вот этот треугольник какой? Вот этот. Равнобедренный. Вот этот угол сколько? Ну, здесь 60, здесь 120. На эти два угла сколько остается? 60. И они равны. Значит, здесь 30. 30. Так? 30 и 30. 30 видите? 30 видите? Ой, да как нам помогает второй класс, в котором, как я благодарен Марии Михайловне за то, что научила видеть треугольники в огромных чертежах. Все треугольники. Видите вот этот большой треугольник? У него углы при основании по 30, значит он какой? Равнобедренный. И вот этот отрезочек и этот равный. Что скажете про эти два? А? Они тоже равны. Значит, вот этот треугольник равнобедренный. А ну-ка, ребята, вот этот угол сколько градусов? 60 до 30, 90. Вот тут, кстати, тоже прямой угол. И сюда остается 90 градусов. Это прямой угол. Прямоугольный равнобедренный треугольник. Видите? Вот эти уголочки по сколько? 90 делим на 2 по 45. Ну, вот этот можно и не подписать, но ладно, подпишу. 45 до 30. Сколько? А? Что скажешь? Да и сейчас, по-моему, такой кайф от этой задачи. Эх, ребята. Ну, в общем, пишите ваше мнение. Мечта, а не задача. Всем большой математический привет. Пока.